Мусульманский батальон – негласное название 154-го отдельного отряда специального назначения времен Афганской войны. Уникальный опыт для советской армии. В состав отряда вошли военнослужащие среднеазиатских национальностей. В Химках отметили 40-ю годовщину создания специального подразделения. На праздничном митинге ветераны, участники военных действий, их жены и друзья. Среди гостей – Гафур Тишаев, командовал операцией при штурме Дворца Амина. По просьбе афганского правительства это подразделение было введено в Республику Афганистан для выполнения специальной задачи. Первоначальная задача ставилась по охране особо важных государственных объектов и, прежде всего, руководства тогдашнего правительства Афганистана. Я хочу сказать, что вот эта задача специфическая для войск специального назначения, она была с блеском выполнена. Минута молчания в память о погибших, возложение цветов и праздничный марш. Каждый год вспомнить подвиг военнослужащих в Химки приезжают десятки людей. Именно здесь установлен памятник в честь подразделений специального назначения России.